мотивировать нельзя, стимулировать или как побудить сотрудников достигать результатов в кризис. Я несколько слов расскажу о себе. Для начала о своих квалификациях, почему я об этой теме говорю. Антон Савочка, профессионально занимаюсь обучением и развитием руководителей всю свою, собственно говоря, карьеру. Я начинал свою карьеру как руководитель отдела продаж, в дальнейшем возглавлял школу проектного менеджмента, в дальнейшем выполнял функции и HR-директоровские, и параллельно тренировал. Да, у меня есть сертификат бизнес-тренера в международном колледже бизнес-тренеров, я сертифицировался. Есть сертификат фасилитатора и, ну, параллельно еще то, что называется PhD, степень кандидата наук. Своими такими главными работами я считаю деятельность в компании Ernst & Young и, ну, например, такая крупнейшая страховая компания, как Акция, там тоже работал в основном в проектах, которые помогал реализовывать компании в плане digital трансформации. Такими своими ключевыми достижениями, то, о чем, собственно говоря, буду тоже сегодня говорить, я считаю две опубликованные мной книги. Это «Пришел, увидел, научил» книга для тренеров, и вот новая работа «Управляй как лучше», где я как раз много говорю о мотивации, о том, за счет чего, собственно говоря, команды и руководители достигают экстраординарных результатов. И мне бы сегодня как раз хотелось поговорить о том, чем мотивация отличается от стимулирования, да, почему нужно на самом деле делать и то, и другое, но в чем там ключевые отличия. Поговорить о потребности, которые есть у людей. Поскольку, как мне кажется, у нас аудитория в основном это постсоветское пространство, обсудить модель Герчикова, профессионального, по сути, отношения к труду, то есть та теория, которую он развивал, мне кажется, она сейчас чрезвычайно актуальна, учитывая и нашу такую локализацию, и его подход. Ну и пару слов сказать по поводу того, все-таки чем являются деньги. Это мотив, стимул, это то, что нас драйвит изнутри, или все-таки то, что приходит снаружи и заставляет нас действовать. Вот это такие ключевые поинты, о которых сегодня расскажу. И вот вопрос такой, вопрос для группы. Если бы вас спросили, что такое мотивация, и вам необходимо было рассказать об этом ребенку, вот какими бы вы словами объяснили этот термин? Вот напишите, пожалуйста, в чате, а я почитаю ваши комментарии. И, Слав, тоже попрошу тебя, наверное, быть моим таким вторым пилотом, позачитывать версии, потому что я, возможно, не все увижу. И попрошу тебя вот там 3-4 таких крайних ответа зачитать, если позволишь. Да, просто. Зачем ты хочешь это делать? Так, отлично. Это помогает тебе делать работу с удовольствием. Угу. Пока вот такие варианты. Хорошо. Еще хочется парочку, коллеги. Дайте, пожалуйста, еще парочку вариантов ответа. Ты выступаешь последним, это может быть тяжело, люди уже устали. Да, уже устали, а я тут еще чего-то от них требую, прошу ответить. Но попрошу еще пару вариантов. Пока все очень нравится, все очень так принимается и все очень в тему. То, что хочется делать и без денег. Ой, круто, круто. И вот еще один на бис. Пока на это стоп-слово не прозвучало, поэтому хочется услышать еще какой-то один вариант ответа. Причем не почему, а именно зачем. Такой был хороший комментарий от Павла. Хорошо. Да? Именно зачем ты хочешь это делать? Коллеги, очень круто. Мне импонирует. И вот главный момент, который... Ну, вот чем меня радует аудитория Стратоплана, что люди очень разбирающиеся, люди квалифицированные, потому что у меня, допустим, на тренингах, когда по мотивации провожу обучение, то мне приходится долго растолковывать, что есть такая штука, как мотив, а есть такая штука, как стимул. И стимул – это то, что приходит к нам извне, да, это в Древнем Риме была такая палочка, которой либо ослика охаживали, чтобы он шел вперед, либо древнеримских солдат, чтобы они держали строй. Да, это вот, собственно, стимул, то есть некий внешний объект, который принуждает нас к действию. Причем он есть либо положительный, да, либо отрицательный, тот самый кнут или пряник. И я, ну, правда, удивлен, что вот все четыре ответа на самом деле были именно про мотивацию, как некое внутреннее стремление к достижению результата. Опять же, слово «мотивация» – слово латинского корня,
оно означает движение, и это то, что есть у тебя внутри, то, что связано с твоими смыслами, и то, что двигает тебя вперед без какого-то внешнего источника. И ну, вот все четыре ответа как раз были именно про мотивацию, поэтому смотрите, я сегодня не буду разбирать тему стимулирования. Коллеги, то есть смотрите, есть какие-то внутренние вещи, которые двигают нас вперед, вот отлично было как раз сказано, и без денег. И опять же попрошу вас написать, а что вас мотивирует? Ну, вот вы сегодня пришли на эту конференцию, вы, несмотря на то, что есть работы, есть дела, а вы вот с нами. Наверняка есть какой-то внутренний позыв, наверняка вы это почему-то делаете. Напишите, пожалуйста, почему это происходит? Вот что лично вас мотивирует? Кажется, это интересно не только мне, но и тем, кто сегодня собрался. Опять же, Слав, попрошу тебя мне помочь в плане ответа. Хочу стать более полезной при команде. Круто. Какой вариант? Тут, опять же, просто восхищаюсь, на самом деле. Такое очень редко, опять же, я услышу на своих обучениях. Это, если я не ошибаюсь, Анастасия писала. Анастасия, вам, да, вам просто вот и респект от меня очень большой. А есть еще вариант с Павла. Хочу расти в ощущениях и в компетенциях. Угу. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Это важная история. Карьерный рост, новые знания, новые возможности. Вот такая же история. Реализации своих амбиций. Ага, здорово. Коллеги, опять же, все, что услышал, это все на самом деле, опять же, про мотивы. И меня, по крайней мере, пока вот радуют ваши ответы с точки зрения того, что они не про деньги. Почему я об этом говорю? Очень часто, когда я работаю в коучинге, например, с менеджерами, или консультирую, или вот тренинги провожу по мотивации, мне задают один и тот же вопрос. Вообще, что я должен это делать? Что я буду мотивировать людей? У них хорошая зарплата, компания им платит за работу. Какая еще к черту мотивация? Ну, мы так не договаривались. У нас трудовой договор, работаешь, платим. Все, зачем мне нужно платить деньги? Карьеру они получат, если будут выполнять свои задачи. Опять же, мы за это платим. Возможности они получат, когда денег заработают. И я долгое время вот тоже не понимал, как отвечать в таких ситуациях. Как быть, если во многом все сводится к циничным вот этим вот стимулам, к деньгам, а про мотивацию говорится мало. Но вот эти вот размышления по поводу того, зачем нужна мотивация, зачем она нужна организациям, командам, руководителю, они мне позволили сделать очень классную находку, которую нашел в книге Дэна Ариэля «Предсказуемая рациональность». Он там пишет об одной потрясающей вещи, о том, что мы существа социальные, а не только экономические. И нам нужна не только денежная зарплата, но и зарплата социальная в виде внимания или мотивации. В том числе мотивации, то есть как разновидности внимания от руководителя, либо от команды. Он очень простой эксперимент проводил. Он приходил с группой ученых к адвокатам, у которых консультация стоит, например, там $100. И говорил, смотрите, вот есть бабушка, вот за $10 бабушку проконсультируйте. Адвокаты говорили, нет, конечно, ну у меня прайс $100. Они говорили, хорошо, а эту же бабушку бесплатно проконсультируете? Они говорили, бесплатно проконсультирую, я это сделаю. И Ариэль задается вопросом, смотрите, с экономической точки зрения это не рационально, да, тут 0, а тут 10, а человек выбирает 0, хотя работа будет абсолютно одинаковая, но тут она принесет прибыль, а тут нет, но человек выбирает отсутствие прибыли в такой ситуации. И по сути это как раз история про то, что мы действуем не только из экономических интересов, но и из социальных. И вот эта потребность получать внимание, получать мотивацию, то есть, по сути, топливо, да, бензина, которым мы доезжаем до целей, она есть у каждого человека. И руководителю, да, нужно стимулировать, использовать там бонусы, KPI и другие инструменты, но это, по сути, власть, да, то есть право наказывать или поощрять. Также нужно использовать и инструмент влияния, и мотивацию с точки зрения человека, как социального существа и развивать это в команде. Опять же, осуществляя, по сути, отдельную такую функцию управленческую. Вы помните, что мотивация является там третьим этапом управленческого цикла. Для того, чтобы понимать, что происходит с командой, то есть людей нужно действительно мотивировать и следить за уровнем мотивации.
следить за тем, чтобы была вот эта вот мотивационная среда, как некое пространство для возможностей, то, о чем вот как раз-таки один из последних ответов был в чате. То есть среда, где хочется эти возможности достигать, хочется какой-то реализации. Та же мотивация позволяет как раз-таки видеть демотивированных людей, видеть людей сгоревших, опять же, об этом Слава говорил, и с ними работать. Плюс есть отличное исследование института Гэллопа, это, напомню, крупнейший американский институт, который проводит анализ общественных мнений по той или иной тематике. И Гэллоп выяснил, что мотивированные команды, да, они, по сути, более вовлеченные. А это плюс 20-30% к эффективности, это то, чего хочет любой менеджер. Поэтому, да, мотивировать нужно, да, нужно работать с командой, да, нужно давать больше ценности организации за счет вот этих всех моментов. Я еще одну оговорку сделаю, потому что вот без этого, ну, может быть не совсем понятно. Оговорка такая, что, смотрите, коллеги, говорю про мотивацию как вещи, которые рождаются изнутри и двигают нас вперед. В то же время есть так называемые факторы гигиены, которых написал известный эксперт по менеджменту Фредерик Герцберг, тоже ученый, который изучал эту историю. Факторы гигиены – это безопасность труда, это условия труда, это заработная плата. То есть, по сути, то, на что руководитель, может быть, не так сильно влияет, это то, чем должна заниматься, с одной стороны, организация, и то, за что сам сотрудник отвечает. То есть он сам себе должен где-то организовать безопасные условия труда. Так вот, смотрите, какая история. Мы, если говорить в целом, даже в планетарном масштабе сегодня, и с точки зрения гигиенических факторов провалились, и с точки зрения мотивационных факторов по этой самой пирамиде Маслоу. Да? То есть Маслоу говорил о том, что у нас есть потребности, потребности рождают мотивы, да, есть некая вот эта вот пирамида потребностей, которая рождает действия. И наверху там находятся моменты, связанные с признанием самоактуализации, подчеркиваю, самоактуализации, не самореализации, он самореализации там Маслоу не писал, а внизу вот физиологические потребности и безопасность. И мы сейчас все и в командах, и в организациях, и в семьях оказались внизу, мы на лифте на этом спустились вниз, потому что, ну, в целом среда небезопасная, люди болеют, люди умирают, так плюс еще экономический кризис. И говорить на сегодня об верхних уровнях мотивации очень сложно. О признании, о, повторюсь, о самоактуализации. Сегодня это не тема, наверное, разговора и ближайшего, наверное, даже года, то есть 2020-го. Как мне кажется, ключевыми потребностями, которые, опять же, заставляют двигаться людей вперед сегодня, является принадлежность к коллективу. Опять же, это связано с безопасностью. То есть я принадлежу некой группе, я работаю, я в семье, и мне спокойнее, не так тревожно. Поэтому это вот такие ключевые потребности на сегодня. Это принадлежность к некому сообществу и безопасные условия труда с учетом того, что происходит, по сути, на улице. Поэтому в любом случае у команд есть запрос на безопасность. Очень большой запрос на прозрачную коммуникацию, что происходит, почему происходит, как будет происходить, какие нам ресурсы понадобятся для того, чтобы достигать того или иного результата. И очень важный момент, если вы действительно хотите следить за мотивацией персонала, это учитывать индивидуальные потребности каждого сотрудника, потому что они разные, и об этом я поговорю немножко позже. Поэтому если говорить о главных драйверах мотивации, то мы начинаем с безопасности. Тут я действительно включаю капитана очевидность. Менее очевидная история – это про прозрачную коммуникацию, потому что люди много тревожатся и ждут от организации честности и открытости. Это очень важно давать, ну, хотя бы как менеджер говорить, вот, ребята, происходит вот это и вот это, почему не знаю, мне не говорят. Но вот об этих вещах я говорю, потому что вот есть вот такая информация. Но это, по крайней мере, тот минимум, который нужно давать. В идеале рассказывать вообще все, что происходит, и общаться часто. И плюс говорить с каждым индивидуально, спрашивать, что для человека сейчас важно, какие у него существуют актуальные
профессиональные потребности, какие у него существуют личные запросы, которые тоже как-то можно учитывать, потому что все сейчас дома, у кого-то семьи, у кого-то какие-то могут происходить личные истории, и ожидать того, что люди сейчас будут супер мотивированы, да, сами себе эту ракету зажигать и достигать космических результатов, точно не приходится. С другой стороны, без мотивации, опять же, мы не работаем, это вот как раз Ариэль очень четко показал, что если нам платят недостаточно и не включается элемент социальной поддержки, коммуникации, вовлечение нас, то результаты сначала падают, а потом сейчас становятся нулевыми. Да, там у него есть классное исследование по поводу того, что люди в какой-то момент отказывались работать, если им платили недостаточное жалование, и при этом работа не имела смысла какого-то. У него это исследование с фигурками Лего. Посмотрите, пожалуйста, на YouTube есть его TED-выступление по этому поводу, про смысл работы. Возникает вопрос, окей, на улице тревожно, людей сокращают, где-то происходят трансформации, кто-то ушел на хоум-офис, как в такой ситуации работать и как тем более повышать мотивацию, если это вообще кажется не приоритетом. Вот Слава, как мне кажется, очень удачно назвал конференцию вот именно про контринтуитивные стратегии, потому что мотивация, кажется, заниматься контринтуитивно в первую очередь. Да? То есть другие проблемы, есть другие дыры, которые нужно залатывать. Но я надеюсь, вот эту вам идею про социальных животных вам заронил как раз. Именно поэтому она говорит о том, что мотивацией нужно заниматься. Иначе люди не чувствуют сопричастности и не хотят двигаться в этой команде, в этом племени, в этом коллективе. На мой взгляд, сейчас крайне важно подходить к мотивации очень точечно, очень индивидуально и учитывая, например, типологию сотрудников по Герчикову. Я сейчас подробнее этой типологии расскажу. Но, коллеги, если вдруг вам эта типология знакома, отношение к трудовой мотивации по Герчикову, поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. Вижу, что у нас вот 33 участника. Слав, если можно, прокомментируй, сколько у нас плюсиков есть про Герчикова. И если вы не знаете типологии, ставьте минусик, чтобы я понимал, что, о, класс, я вам сейчас чего-то еще интересного расскажу по этому поводу. Плюсики, минусики, 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 минусики. Жгите, коллега. Опять же, потом, если можно, включи-выключи. Спасибо. Хорошо. История какая? Владимир Исаакович Герчиков – это российский ученый, который, по сути, всю свою жизнь посвятил интересному вопросу. Он задавался не проблемой, что людей в целом мотивирует, как это, например, Абрахам Маслоу сделал или Дэн Пинк, да, в своей книге «Драйв». Он спросил себя другое. Вот как люди относятся к труду? Для них вот работа – это что? И оказалось, что для каждого из нас работа, по сути, это очень такое индивидуальное явление, индивидуальный феномен, и у каждого из нас разная мотивация, разное отношение к труду. И на постсоветском пространстве он изучал именно вот предприятия, он, по сути, на заводах долгое время работал, предприятие именно постсоветского пространства собрал материал, который привел его к следующим выводам, что вот в наших странах люди относятся к работе через таких 5 призм или 5 отношений. Эти же отношения, собственно говоря, для них являются драйверами мотивации, которые, если учитывать, ты можешь управлять этим человеком с точки зрения как раз его вовлеченности. Да? И первый тип, который он увидел, это так называемый тип, он назвал его инструментальный сначала, потом один из его коллег Аркадий Пригожин его переназвал в коммерческий тип. Инструментальный был назван так, потому что для этого человека работа – это инструмент получения средств. По-другому, работа – источник материальных благ, не более того. Никаких там смыслов, вот в чистом коммерческом типе, я повторяю, я говорю о типажах, а не о людях конкретно. Для коммерческого типа никаких там смыслов нету. Есть работа, за которую платят деньги. Чем больше платят, тем лучше. Тем больше я буду работать, и тем моя работа мне интереснее. Если, допустим, за повышение на позицию руководителя платят больше, о, мне интересно повышение. Если там особо разницы нету по деньгам, а ответственности больше, работы больше, мне такая работа неинтересна. Я лучше буду углублять свою специализацию и как сеньор-программист, например, зарабатывать больше.
Да? Соответственно, вот есть вот такая вот история с отношениями, и обратите внимание, что для него деньги – это, по сути, такой главный драйвер мотивации. Платишь больше, работаю больше. Если есть возможность разработать бонус, о, я включусь, я поработаю, сделаю овертайм, сделаю сверхусилие. Начинайте там что-то мудрить с зарплатой, не выплачивать бонусы KPI. Вы знаете, ребята, либо какое-то место поинтереснее себе рабочее найду, либо, ну, может быть, на полдня там буду у вас появляться на удаленочке, типа в чатике повешу и все. А сам буду делать какую-то другую работу. И этот тип мотивации мне очень нравится, потому что с ним, по сути, очень просто работать. А, то есть ты ставишь задачи, обещаешь вознаграждение, если у тебя есть такая возможность, то есть если у тебя вот эти вот управленческие полномочия есть. А, и даешь команду. Человек сделал – получил, не сделал – не получил. При этом есть вещи, которые на его мотивацию совершенно не влияют. Это грамоты, предложение поучаствовать в корпоративах, в каких-то субботниках, какая-то общественная жизнь. Да и обучение он тоже воспринимает так очень скептически. Там, мол, лучше бы эти деньги вот потратили на мой бонус, а я вам результат дам без всяких тренингов. Я там что-то почитаю, посмотрю и в лучшем случае. Да, то есть это там можно на торрентах скачать. Вот, я лучше это деньгами получу. Опять же, есть замечательный фильм, если я не ошибаюсь, там «Доживем до понедельника», где один из главных героев, он как бы идет учиться, потому что ему кажется, что за учебу там еще стипендию платят, то есть это интересно с точки зрения стипендии. Да, Нестор Петрович, там как-то этого человека, это герой Крамарова, его как-то там еще пытается переучивать. Противоположностью вот такого типа является тип профессиональный, Погерчик. Вот для него работа – это на самом деле способ реализации себя, и по сути этот человек воспринимает свою профессиональную деятельность как такую личностную идентификацию. Опять же, если посмотреть фильм с Жаном Полем Бельмондо, то человек в конце погибает, выполняя свою работу. Да, то есть это не коммерческий тип, который там вот как наемник работает. Да? По сути, коммерческий тип это наемник. Да? Я как раз вот в своей книге там отдельно главу написал, там, как работать с наемниками. А профессиональный тип наемником назвать нельзя, он работает потому, что любит свою профессию, свое дело. То есть он напрямую себя ассоциирует со своей работой. Поэтому активно обучается, активно развивается, активно интересуется новинками, их применяет, может посидеть на овертайме, потому что ему это интересно, потому что ему интересно освоить новую технологию. Но с таким сотрудником тоже есть одна большая сложность. Он не очень лоялен, а вот чему он не лоялен, напишите, пожалуйста, в чат. Слава, если можно, зачитает. Какая есть идея? Вот он очень лоялен на работе, а чему он не лоялен, как вы думаете? Возможно, будет какая-то интересная версия. Нет, конференция, это уже сложно голову шевелить. Я вот тоже прям призадумался. Да. Где там мало лояльности, в чем он? К другому, либо к отличному мнению, к изменениям. Так. Либо вы еще вот как бы можете головой шевелить. Смотрите, коллеги, он не очень лоялен к руководителю, с одной стороны, если руководитель уступает по компетенциям. То есть если он знает, что руководитель не дорос, да, в каких-то моментах, о которых он хорошо знает, он его даже и слушает. Но лояльность, точнее, не лояльность руководителю – это полбеды. Самый главный момент следующий. Такой специалист не очень лоялен по отношению к работодателю, то есть к рабочему месту, потому что ему гораздо более интересно участвовать в каких-то проектах сложных. Если другая какая-то фирма предлагает более интересный проект, пусть даже за ту же зарплату, он может уйти туда, чтобы, опять же, набраться опыта и решить вопрос своей квалификации и, по сути, углубления своих знаний. Поэтому тут тоже все не так гладко, это тоже не идеальные сотрудники. Я вот такой пример, у меня тоже профессиональный тип мотивации. Я довольно часто менял рабочие места, поскольку я понимал, что вот мне интереснее там в одной компании, а теперь в другой, потому что проекты разные, хотелось увеличивать сложность. Патриотический тип, третий тип, о котором говорил Герчиков, он как раз является неким зеркалом, как раз профессионала, потому что профессионал, он лоялен работе своей, но не работодателю. А патриотический тип, наоборот,
Лоялен как раз работодателю, очень любит место, где он работает, коллектив, и не очень акцентирован на работе. Таким классическим примером советского кино является Шурочка из кинофильма «Служебный роман», которая там ходила, собирала по 50 копеек сотруднице, которая ушла в декрет, которая там вот Новосельцева по этому поводу прессовала, сдавал он, не сдавал и так далее. То есть такие люди выполняют некий такой момент клея социального в организации, но в то же время они не очень про работу, они не очень про результат. У них другой фокус – это отношения, это сопричастность, вот то, о чем я говорил в первой половине своего выступления. То есть принадлежать к команде, принадлежать к организации, гордиться ей. И вот здесь как раз участие в корпоративах прекрасно человека мотивирует, грамоты, там, за 10 лет труда это все очень ценится. Опять же, профессиональный тип, он скажет, ну зачем мне ваша грамота, лучше мне там на какое-то интересное обучение пошлите, я там вот на Курасере курс хочу купить, пожалуйста, помогите с, как раз, с оплатой. Да. Патриоту это неинтересно, я вот всем привожу пример, у меня был опыт работы в фармацевтической компании, которая имела несколько подразделений, и одно из них находилось в Узбекистане. И там есть сотрудник, он до сих пор работает в компании, опять же, потому что патриотического типа, у него двухкомнатная квартира. Так вот, в одной комнате он живет со своей женой, а вторая, это, я не шучу, это святилище организации. Там стоят флаги, там прослушиваются диски с песнями про организацию, там стоят фотографии. И он туда жену не пускает. Жена не имеет права заходить в эту комнату. Он даже сам там убирает. То есть вот это вот такое яркое проявление патриотического отношения к организации. Результаты у этого сотрудника не супер высокие. Вот он не супер-менеджер, не супер-продаван. Но он действительно очень любит организацию. И для него самым большим счастьем было выступить на корпоративе в Киеве, спеть для топ-менеджмента песни. Это нормально. Такие люди тоже очень-очень нужны. Четвертый тип, о котором написал Герчиков, один из моих самых любимых, мне очень нравится этот типаж. Он называется хозяйственный тип, и главным драйвером мотивации этого типа является автономия. То есть это сотрудник, который готов отвечать за то или иное поле работы, иметь какую-то сферу ответственности, куда никто не имеет права залезать. Потому что он стремится получить полную автономию, например, в вопросах бюджета, управления командой или теми же процессами. Легко идет на конфликт, если к нему вот кто-то влазит в его парафию. В то же время, опять же, такой негативной стороной такого специалиста является то, что он очень пассивно относится к каким-то инициативам, которые выходят вне пространства его ответственности. Там организовать корпоратив в субботу. Не, ребят, давайте, вот мне тут людей нужно построить, у нас важный проект, давайте вот без меня. Я вот свою работу сделал, лучше мы в субботу выйдем поработаем, там делом займемся, чем там дети, утренники, елки. Не надо этого. Тем более не я организовываю, не пойду. Очень классно, что эти специалисты, они гарантируют результат, они, опять же, очень такие result-driven, что называется, но только при условии, что дали свободу действий, дали некое пространство. Опять же, мне почему-то вспоминается фильм там, «Королева бензоколонки», где главная героиня была такая яркая, патриотическая, может быть, помните, она там требовала от начальника бензозаправки там клумбы посадить, почтовый ящик прибить, вот, ну, чтобы как-то вот хорошо было на заправке. А он говорил, что ты ко мне лезешь, это моя заправка, и мне здесь вообще хорошо, и ничего для этого делать не буду, зачем это нужно. Поэтому вот хозяйственный тип, он, с одной стороны, очень инициативный там, где находится его сфера деятельности, и вот правда может быть потрясающе пассивен и даже включать избегательную мотивацию, которую я сейчас расскажу, если это не его территория. Поэтому, опять же, у каждого вида есть или типа есть свои плюсы, есть свои минусы. Опять же, я думаю, что вы этого все персонажи узнали. Это Федя из операции И, так называемый избегательный или люмпинизированный тип сотрудника. Почему избегательный? Если первые четыре типа, у них есть мотивация к, то есть достижению чего-то, и вот как раз вы в своих ответах приводили яркие примеры мотивации к «хочу чего-то достичь», то такой сотрудник, для него мотивация, по сути, это уйти от работы и избежать ее.
И как раз скетч о том, как Шурик работает с Федей на стройке, где они там бросают бетон, переносят там тюки с соломой и общаются с героем Пуговкина, который рассказывает про собор Парижской Богоматери и количество батарей, которые там они установили. Это вот очень яркий пример избегающей мотивации. Когда сотрудник все делает, по сути, из-под палки, только если применить к нему стимулирование, причем отрицательно. Вспоминайте, опять же, кино. Шурик заматывает Федю в рулон, достает лозину и говорит: «Надо, Федя, надо», и дальше применяет вот самый отрицательный стимул. Вроде бы не очень хороший сотрудник, вот совсем беда, да, то есть нужно много внимания, нужно постоянно, ну, извините за лексикон, но постоянно реально нужно пинать, принуждать, заставлять и тратить много сил. Но Герчиков и Пригожин говорили о том, что есть такие типы работ, ну, например, там стройка, да, куда приходят в основном такие люди, есть такие типы задач, которые никакой другой тип решать не будет. Да, вам придется пинать, да, вам придется включаться, но это связано с тем, что вот такая вот работа. При этом тот же избегательный тип мотивации может включаться у ваших людей, если, опять же, происходит, например, сокращение, перераспределяется функционал, и человек, который делал одну работу, начинает делать какую-то дополнительную вторую, которую, ну, вот просто некому отдать. В моей жизни такая история тоже была, и когда мне на одной из моих работ, кроме там проведения тренингов, поручили работу с документацией, я делал ее из рук вон плохо, едва не лишился работы. И очень негативно это дело воспринимал, по сути, тоже работал с подпалкой, потому что я не хотел этого делать, не понимал, зачем. Да, опять же, вы писали про смыслы. И тут у меня реально работала избегательная мотивация. Поэтому очень важно, опять же, чтобы люди в нынешний кризис, в нынешних условиях делали то, что им нравится, то, что им подходит, а не то, что вот там, на них набросили. Они это будут делать, но, скорее всего, с тем самым кислым лицом. Поэтому смотрите, какая история, что даже если говорить о деньгах, об очень простой вещи, которая нас всех интересует, для кого-то деньги – это инструмент достижения результата. Да? Вот коммерческий тип хочет денег, для него это главный результат. Для кого-то деньги – это возможность работать автономно. Тот же хозяйственный тип – дайте мне бюджет, я сам все решу, вот только бюджет мой не трогайте. Для кого-то деньги – это возможность достигать мастерства. Да? То есть профессиональный тип, получая зарплату или получая бонус, может потратить ее на книги, на обучение, на курсы. Ну, вот я, собственно говоря, этим промышляю. Деньги тоже нужны. Для него это инструмент, опять же, достижения цели. А для кого-то это эквивалент признания. То есть мы тебе хорошо платим, потому что признаем твои результаты. И эта типология очень помогает не просто понять главный драйвер мотивации, но и объяснять человеку, за что мы тебя ценим, за что мы тебя продвигаем вперед по карьерной лестнице или по финансовой такой табличке, да, с результатами. И еще очень важный момент следующий. Вот эта типология, если ее понимать, и там можно пройти тест Герчикова, можно даже вот навскидку увидеть, как говорится, who is who, она позволяет как раз-таки выделять ключевые драйверы мотивации. Это, например, автономность, стремление к мастерству, то есть делать свою работу все больше и лучше, и достигать больших целей. Удивительным образом типология Герчикова, она, по сути, комплементарна к тем выводам, которым пришел Дэн Пинг, автор книги «Drive», что на самом деле нас мотивирует. Очень хорошая книга, очень рекомендую ее прочесть. И Пинг пишет, что в целом людей мотивируют именно эти вещи. Способность становиться все лучше и лучше в своем деле, то есть получает все больше и больше удовольствия от классных результатов. Да, опять же, это в основном про профессиональный тип мотивации. Стремление к автономности. Мы все взрослые люди, мы все хотим действовать так, как мы привыкли, или так, как нам кажется, что будет реально эффективно. Это как раз история про того же, например, хозяйственного типа. Ну и, конечно же, стремление к большим целям. Это касается, особенно, например, патриотического типа или к целям, в принципе, там, про того же коммерческого, если мы говорим. Поэтому, как мне кажется, все научные исследования и Маслова, и Герчикова, и то, что собрал для нас в своей
научно-популярной книги Дэн Пинк, они говорят об одном. Чтобы мотивировать людей, им нужно давать больше свободы, чтобы они проявлялись, находили идеи, создавали инновации. Чтобы люди достигали результата, да, их нужно мотивировать с акцентом на классные результаты и на их усилия, которые они прилагают, реализовывая мастерство. И последний момент, безусловно, людям, особенно в нынешнее время, нужно показывать, к чему мы стремимся, какие у нас цели и как мы к ним продвигаемся даже в такое непростое время. Вот эти три ключевые момента, о которых говорил Пинк, повторюсь, во многом, как мне кажется, пересекаются с наработками Герчикова и того же Маслоу. Поэтому, на мой взгляд, вот такими ключевыми вещами с точки зрения мотивации является и индивидуальная работа, понимание, с какими типажами ты имеешь дело. Кстати, важная оговорка, типажи же они обычно смешанные. Ну, то есть там может быть профессионально-коммерческий тип, может быть патриотическо-хозяйственный и так далее. То есть чистых типов тоже не так много на самом деле. Еще один важный момент. Помнить, что деньги, да, это и стимул, но это еще и драйвер мотивации. За деньгами стоит еще какая-то история, еще какая-то потребность, которую они помогают удовлетворять. И про это тоже руководитель должен помнить. Еще один важный момент. Я думаю, что сейчас людям очень сложно проявлять вот супермотивацию. Во многом люди сейчас очень осторожны и где-то даже там, могут быть демотивированы в целом не ситуацией на работе, а тем, что происходит в мире, читая новости, ленты и каналы. Поэтому ожидать от них каких-то супервысоких результатов сейчас, наверное, не стоит. И в то же время не стоит забывать о том, что их нужно поддерживать, дарить им внимание и платить вот ту самую зарплату, которая помогает людям не сваливаться в эмоциональное выгорание, в равнодушие, в апатию и продолжать двигаться вперед. Даже несмотря на то, что это может казаться контринтуитивно и не нужно. Это вот такие ключевые выводы, на которые я вышел, работая с моими клиентами вот в этот кризис, реализовывая вот курс, который мы со Славой запустили по антикризисному управлению. Вот. Ну и, конечно же, читая интересную литературу, которую я вам очень советую. Безусловно, это книга Пинка «Драйв». Если что-то вот такое совсем простое на пару вечеров, то это книга Брайана Трейси «Мотивация». Ну и плюс, конечно же, можно почитать о типологии Герчикова. Он, к сожалению, только вот там монографию выпустил, которая не так широко доступна. Но тест Герчикова, он находится по первому запросу в Google, и там же предлагается вот та самая типология, которую можно еще дополнительно почитать и просмотреть. Коллеги, на этом все. Я вот, собственно говоря, хотел рассказать о таких моментах, как что такое мотивация, в чем она отличается от стимуляции, как подходить к мотивам и стимулам в нынешних условиях и почему типология Герчикова такая классная и вот как ее использовать в нынешней ситуации. Опять же, если есть вопросы, у меня есть, мне кажется, несколько минут, чтобы на них ответить. И если у вас вопросов нет, но есть оценка, опять же, от 0 до 10 за мое выступление, то жду оценок. История будет вперемешку, но попрошу Славу, опять же, включаться и мне помогать с точки зрения вот того, что там пишут люди, потому что что-то вижу, что-то могу не увидеть. Поэтому слово Славе. 9. Вот я уже испытываю какую-то такую тренерскую эту самую ревность. Вот 9 не может быть. Самая большая оценка. Я шучу, конечно. Вот оценки, коллеги. От 0 до 9, если было понятно, интересно, нужно, зашло, вот дайте нам какую-то обратную связь, потому что, как приоткрою вам завесу тайны, все тренера хотят понимать, работают они в интересах аудитории, попадают, не попадают, насколько то, что они говорят, было нужно. 9, 9, 8, ну вроде бы попал, Антон, спасибо огромное. Да. Спасибо большое. Завершаюсь, коллеги. Еще раз огромное спасибо за внимание. Всем хорошего вечера и, самое главное, крепкого здоровья. До новых встреч. Увидимся на стратоплане. Всем пока. Спасибо огромное, что приходите. Вы знаете, вот на самом деле те, кто пришли в эфир, те, кто будет смотреть все это в записи,
Вы себя и так уже сейчас ведете достаточно контринтуитивно по отношению к тем людям, кто сейчас больше сосредоточен над тем, знаете, как больше надо пилить, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вы вкладываете время, в первую очередь, тот самый дорогой ресурс, о котором мы сегодня с вами в том числе говорили, ресурс, который нельзя накопить, который нельзя каким-то образом сагрегировать и потом достать в нужное время, вы вкладываете его сейчас в себя, вы вкладываете его сейчас в то, чтобы у вас было больше инструментов, чтобы у вас было больше способов принятия решений, чтобы у вас большее количество задач оставались задачами, не превращаясь в проблемы, потому что у них как раз этого самого способа решения нет. Мы очень надеемся, что сегодня, независимо от того, были вы в эфире, тем, кто был в эфире, просто отдельное большое спасибо. Поверьте, это очень важно, очень тяжело говорить в пустоту, очень тяжело говорить на камеру, это скажет вам любой преподаватель, любой тренер, любой спикер. Спасибо большое тем, кто пришел сегодня в эфир. Если вы будете смотреть это в прямом эфире, смотрели, либо будете смотреть это в записи, большое спасибо за то, что вкладываете время, в первую очередь, в себя, делая себя более подготовленными к тому времени, в котором новые правила, в котором не работает то, что работало раньше. Вот в условиях перемен, давайте, наверное, использовать это слово, люди, которые начинают думать по-другому, они нужны, они важны и они востребованы. Всем большое спасибо, всем удачи, мы стараемся быть вам полезны. Всем удачи, пока.